Я сейчас нахожусь на разрушенных владениях одной женщины, у которой здесь в этом доме убили мужа, полностью развалили все жилье. Вот она уходит. Я хочу сказать спасибо большое Ивану Приходько за то, что этот человек не оставил в беде человека вот этого. То есть здесь вокруг меня все, в общем, фактически в хлам. Даже подвал не осталось, сгорели куры, убило человека. Фактически просто руины. Вот. Спасибо Ивану за то, что он предоставил жилье. И сейчас эта женщина переедет в другое жилье. От меня лично, Иван, спасибо большое.